Всем добрый день. У нас такая погода. Всю ночь и весь день лил дождь. А у меня еще такая... Сейчас свет включу. Смена. Пипец. С 2 до 8 вечера. Это вообще что? Просто ни о чем. Заводила будильник на 11 дня. Встала, знаете, во сколько? 18 минут первого. Капец. Хочу с собой, знаете, салат взять. Порезать. У меня холодильник, знаете, в чем? В ягоде. Всяких. Вчера джем, кстати, наварила. От косточек сидела, отделяла. Вот эту, типа, по-корейски. Вот эта банка получилась. И еще небольшая где-то. А вот там. Здесь домашние яблоки. Это магазинные. Так, наша зеленуха. Сейчас тоже возьму, некоторые выберу. Вот. Ну и думала, пораньше встану, там поснимаю. Все такое, лучок домашний. Угу. И сама подспала, потому что я вчера вообще с кухни не выходила. Но я, как всегда, обычно собираюсь долго, подготавливаюсь к процессу полдня. То есть, допустим, вчера чистила морковь, вот эту домашнюю. Ее же тоже, знаете, долгий процесс все. Попки отделить, почистить, короче. Потом чеснок промыла, положила на балкон сушиться. Чеснок мелкий, который у Насти. Вот. Но ничего, я его тоже в заготовку там некоторые пустила. Так что нормально. Так, я думаю, такой хватит, наверное. Контейнер возьму все равно. Так, не знаю, за что хвататься. Так, так, так. Потом у меня... А, ну вот корейскую сделала. Ну... Так-то легко, очень легко. Там главное эти кабачки на терке, чик-чик-чик. Что-то морковь тоже и болгарский перец. И в кастрюле он маринуется по 3 часа. А потом в банке раскладываешь. Мне же все равно надо было что-то с кабачками сделать. И осталось у меня вот 4 штучки небольших. В принципе, их может... На жареху оставить. Не знаю, может быть, брат опять привезет. Или там у Славки с Настей нарастет, возьмем. Посмотрим. Так бы я и взяла... Ой, сделала бы эту кабачковую. С нее тоже выхлопа мало. Ничего, посмотрим. Кстати, у меня сегодня смена до 8, так что, может быть, вечером что-нибудь придумаю. Может, кабачковую заморочусь. Я мелкую морковку, которая тоже прорежила, она вот такая, заморозила. Я ее прям вот так миленько заморозила, все прочистила. И вот здесь у меня еще остался контейнер, вот такой вот. Ну, где-то побольше, где-то вот тоже средний. Может быть, в кабачковую часть добавлю. В кабачковую икру, вернее. Может быть, на колечки порежу и тоже на заморозку. А у Насти со Славкой я посмотрела. Я даже не знала, что они столько моркови насадили. Я это думала, честно, петрушка. Там дофигища. Я не знаю, как они будут управляться. Насте тоже уже все надоело, эти заготовки. Не вылазит тоже с кухни. Я вчера-то обалдела. Еще, я говорю, с вишней занялась. Эти косточки выдавливала. И этот джем. И получилось такие 2 небольших баночки по 0,5. Я его блендером бжик-бжик-бжик. Ну, вот эту мякоть вишни. Проварила и в банке. Хотела добавить загустителем. Типа агар-агар. Мне кажется, он у меня был. Я что-то пошарилась и не нашла.
посмотрю, может, кабачки оставлю, на следующей неделе докуплю, допустим, баклажанов. Что-нибудь приготовлю. Надо еще рецепты посмотреть. Что-то насморк откуда-то. Че Пашка, блин, окна закрыл? Дышать нечем вообще. Ой, домашние помидоры, это вот Серегины, блин, мясистые тоже. Обалденные. Ой, так впахивать на даче, мне тоже вон Ольга написала, Зена. Что тоже меньше стали садить. Пашка говорит, если бы у меня был огород, я бы, говорит, столько бы тоже не садила. Я говорю, ну он еще тоже работник тут. Я говорю, конечно, свой домашний охота вырастить. Я говорю, ну когда все ухожено, знаешь, там газон подстрижен, не как вот тут. У нас, ну, как сказать, все там, трава. Когда, я говорю, ты выровняешь все, это тоже не первый год все это делается, не за один год. Даже физически все это невозможно сделать сразу. Потом, конечно, будут все грядки сформированы, ты уже знаешь, что где посадить. И помидоров домашних охота, и огурчиков, и ягодки. Ой, не знаю, такое дело, огород, блин. Не знаю, будет у меня вообще в этой жизни, не будет. Ну, пока что имеем, то имеем. Пока дают возможность пользоваться у Насти со Славкой. Выспалась классно, хорошо прям выспалась. Я вчера легла пол второго. Долго не засиживалась. Хлеба без ничего. Вот такой салатик. Уже 13 минут. Ну, сейчас буду уже... Вот такая у нас погода. По ощущениям, как осень. Дождь пролил хорошо. Так, девочки, мальчики, день прошел вообще быстро, 6 часов всего работы. Я уже домой пришла, уже переоделась. Такая погода, в принципе, дождя больше не было. Папуля наготовила котлеток, пюре, картошку, как обычно. Но осталось только сделать салатик, и все. И все. Завтра счет работы и... Но потом у меня все, день выходного. Еще можно кофе попить. Знаете, с одной стороны, так хорошо, блин. 2,5 дня отдыхала. Неужели магнит позволил дать столько выходных? Но это часы урезали. Я, кстати, даже не переживаю за это, потому что у меня премия больше всех продаж. Вот. Это как заменяет, как 2 рабочих дня по зарплате. Ну, по оплате. Вот такие вот дела. Да, кстати, ребята, я у Пашки видео вчера выложила. Просили сдачи. Ну, это одна часть. Еще будет вторая часть. Сейчас буду монтировать и загружу, где с танцами. Просили еще с танцами. Это вообще вот никакущие. Ну, что-то кого-то там шевелились. Все, мои хорошие.
Так что приятного просмотра вам в пятницу. Так, мини-мукбанг, потому что что-то не хочу я салат. На работе ела. С собой брала салат. Ой, Пашка завтра должен быть ехать. Ой, здесь. Со Славкой в этот. На дачу. А Славку вызывать на работу. Завтра еще получается суббота. Паша, Пашка... Ой, Славка, сегодня что, выходной, что ли? Можно идти до утра вчера работать. А, вчера до утра работал? 9 утра работать. А он на дачу во сколько поехал? Ну, днем, наверное. Угу. И, короче, вызвали завтра опять. Там ремонт какой-то. Да, там какой-то ремонт на заводе. Но там в цеху, где транспортерная лента, что-то такое, короче. Понятно. Значит, он немножко побыл на даче и поехал домой. А ему когда уже в Бердск отчаливать? 13-го? Воскресенье же, Лен. А, воскресенье? Вечером поезд. А воскресенье вечером он уже на поезде уезжает. В Бердск с Вероникой. Понятно. Короче, не успели они водки попить, еще шашлыки поесть. Вкусно. Вообще вкусно. Вкуснотень. Всем тоже приятного аппетита. Кто ужинает, обедает, может завтракает. Соусом так вообще прикольно. Умел бы он еще делать подливку, как раньше делали. Было бы вообще цены не было бы. Оля, ты где? Это по работе. Что там? Настя. Нормальная. А завтра? Настя сегодня пишет. Миша же ушел от них. Ну, то есть это средний сын. Как бы Славки он, ну как, у Славки он первый. Он сколько ему, 18 лет? Ушел к другу летом жить с собакой. Я говорю, там, наверное, с девкой познакомился, ну точно. Он уже как-то 4 месяца. Сейчас хотят отдельную квартиру снимать. Учится вообще на программиста. Славка ему оплачивает учебу. Раз в год, по-моему, 70 тысяч. Где СМИ. То есть он не стал 11 классов заканчивать, он 9. Получается, сколько он уже 2 года отучился. Вот. Ну и, короче, подрабатывают в Пятерочке. Так только я не поняла, как они там как-то и по ночам. То ли где разгружают машину. Молодец. Настя говорит, приезжала сегодня, это, знакомились. Ну как, чай попили, все такое. Еще такого знакомства не было, как с родителями. Просто Настя говорит, чай приехали, потому что Савка на даче был. Вот таким делам. Я говорю, Настя, поди скоро уже бабка еще раз станешь. Он говорит, рано еще.
Ну, как будто кто-то будет спрашивать, блин. Блин. Вот и поужинала с вами. Так, кстати, время... О, 9:05. Пока доехала, переоделась, то все. Ладно, мои хорошие, буду заканчивать. Спасибо, что со мной. Спасибо, что смотрите. Лайки, комментарии. Все, мои хорошие, люблю.